опыт восстановления после инсульта в 65 лет. Мне 65 лет. Скоропостижно умер мой муж. И на 40-й день у меня случился левосторонний инсульт. Также у меня остеохондроз позвоночника. Суставы ног, рук болели, ноги опухли. Ходила в комнатных тапочках. Пока сын служил в Афганистане, нажила я еще язву на 12-перстной кишке. После этого образовалась еще одна в желудке с 2-копеечную монету. Желчный удален уже 18 лет. Камней было 533 штуки. Величина их с ноготь, квадраты, с фасоль, горох и ячмень. Да и песку во мне было хоть ложкой. Выбрасываем. Вот были мои мучения, из больницы не вылазила. А при этом деньги за мое лечение дети выкладывали. Когда дочь сказала мне, сколько они заплатили за мое лечение, мне стало еще хуже. Достала вашу книгу «Укрепление здоровья в пожилом возрасте». Во-первых, ознакомилась и начала заниматься по вашим советам. И у меня начался ошеломляющий оздоровительный процесс моего организма. Сбросила за короткий срок 17 килограмм. Ношу сейчас 50 размер. Таблеток дома нет ни одной. С головными болями и давлением расправилась сама по вашей книге. Да еще и людям помогаю избавиться от недугов, что я усвоила. И посоветовала приобрести вашу чудесную книгу. Я благодарю вам от чистого сердца за ваши чудесные книги. Я здоровая, счастливая, радостная на всю свою жизнь. Город Челябинск, фамилия женщины Майер. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!